Жюри одного из престижных конкурсов фотографии оценило работу жителя Мончегорска Дмитрия Скатова. Снимок из заполярного лося попал в десятку лучших. Фотоохота в Апланском заповеднике прошла на удивление хорошо. Впрочем, терпению автора можно только позавидовать. Судя по короткому описанию на сайте конкурса, Дмитрий долгое время ждал, пока сахатый поднимет голову из воды. В ней лось спасался от мошек и комаров. К слову, насекомые доставили немало проблем и фотографу, но в итоге он нашел нужные настройки камеры и удачно поймал момент. Получившийся снимок так и назвали «В водах тихих». На конкурсе изображение Сахатова вошло в десятку лучших на тему «Рогатые животные». Всего на суд жюри было предоставлено около 4000 работ.